такой номер. Вы знаете, дорогие друзья, ну, выпускные вечера, да, школьники заканчивают школу. Но есть такие школы у нас в Украине, в селах, где в классе учится один ученик. У этого человека тоже сегодня выпускной. Ваши аплодисменты. Дорогие выпускники. Выпускник. Дорогой выпускник. Спасибо. Сегодня очень важный день в вашей, то есть в твоей жизни. Я сейчас обоссусь, да. Мы завидуем вам, молодым. Перед вами открывается весь мир. Вы будете жить в новом, лучшем мире. Вы полетите в космос. О, прикольно. Станете учеными, физиками, ядерщиками. Ядерщик очень прикольно, да. Микробиологами, путешественниками, наконец. Не, алло, алло, я же говорил, никуда не поеду. Поедешь. Вы не имеете права. А сейчас я предоставляю слово первой учительнице Андрея, то есть мне. Спасибо. Я помню, Андрей, как ты пришел к нам в первый класс. 12 лет. Я помню, как в 5 классе ты взял в библиотеке книгу и не вернул ее. И не вернул. Не вернешь. Теперь у нас нет библиотеки. Ты, Андрей, хоть помнишь, какая это была книга? Это Огниво какое-то. Огниво Андерсена. А сейчас слово предоставляется учителю труда, то есть мне. Спасибо. Как говорится, уроки труда из обезьяны сделали человека. Что уже говорить об Андрее? Как говорится, труд оказался бессилен. Наверняка незабываемый след твоей жизни оставили уроки химии. Химия, химия, вся... Стоп! Не имейте права мне рот затыкать. Андрей, сейчас ты стоишь на пороге школы и отправляя тебя во взрослую жизнь, хочется задать тебе только один вопрос. Зачем ты, Андрей, в хрестоматии по украинской литературе всем писателям пририсовывал члены? Вот скажи мне сейчас, Андрей, скажи. Не имейте права. Имею право. Вот смотри, во всех учебниках. Вот у Эйнштейна член, у Гомера член, Ленину. Сказать. Да, что это значит? Это значит, что я хер ложил на вашу молекулярную решетку. Так, Андрей. Значит, вот ты взрослый человек, Андрей, все. Вот тебе аттестат, пожалуйста. Вот тебе фотоальбом. Здесь ты, здесь я. Вот, сейчас все. Сейчас я член дорисую. Я тебе дорисую. Все, ты взрослый человек, Андрей. Вот сейчас я тебе сделаю. Ты понял, да? Имеете вот, право. Имею, ты уже выпускник, уже школьник. Понял? Я имею право. Спасибо большое. Представляем черный квартал, например, в Гарлеме. Школа, заходит учитель и пишет с детьми диктант. Привет, нигеры! Достаньте ваши ручки, кусочки бумаги или какой-нибудь другой срани, мы начинаем. Кто будет списывать, может считать себя покойниками. Диктант. Пришла весна. Вся эта хрень растаяла, и мать вашу прилетели птички. Хорошо в лесу весной. Абзац. Маленький зайчик, это пушистенькая мудила. Уже косое с утра. Выскочил на пенек и что-то там дрынькает. Ку-ку. Ку-ку. Эта кукушка опять залетела и хочет впарить кому-то свои яйца. Опять абзац. А
на лугу цветут васильки, ромашки чернобрывцы. Да-да, нигири чернобрывцы. А между тем солнышко, сука, все сильнее припекает. Тупая белочка выпрыгнула на ветку и проветривает свое дупло. Тихонько журчит ручеек. Это лось. Создается впечатление, что в лесу у всех все зашибись. Хрен вам! Медведю возле ручья охотники прострелили задницу. Да он сам виноват, ублюдок чокнутый. Нанюхался какой-то дури, вышел и предложил охотникам пососать лапу. Полный абзац. Сквозь траву пробивается первый урожай травы. И тут появились нигеры-пионеры. Они забили пионерский косяк и сразу принялись наводить в лесу порядочек. С песнями и речевками они прибывали скворечники, собирали металлолом, макулатуру, короче, перло их не по-детски. Но вдруг появился лесник. Это был пожилой, белый мужчина, в плаще на голое тело. Началась гроза. Пионеры спрятались под плащом лесника. Хорошо в лесу весной. После встречи с лесником пионеры усталые, но довольные возвращались домой. День близился к концу, и только одинокий крот копается в своем дерьме, потому что он черный, и никто не хочет иметь с ним дело. Жизнь – дерьмо, нигеры, сдавайте ваши гребные работы. Спасибо. Андрей Молочный, специально для Comedy Club. И по традиции начинаем со свежего политического анекдота. Итак, свежий анекдот. Юлия Владимировна на Майдане. Шановна Україна! Ми повинні з вами зараз. Всі, ану, швидко, я не чую вас. Що за тишина? Ми повинні всі разом об'єднати да. Ви на Майдані, Юрій Володимирович. Я знаю. Ваша на Європейській площі. Вибачте. Номер називається так. Мама привела призывника в часть знакомиться с прапорщиком. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Вот я привела вам, вот парня лично привела. Тихо, вот. Говорим. Все. Чтоб служил хорошо, чтоб все. Яички вместе сделал? Ну, стараюсь. Он подготовленный, он 5 километров бегал, все. Мама, я уписился уже. Ножкой подотри вот так. Вот сделай, да. Правый. Раз, два, присели. Хорошо. Я хотел спросить, балетный класс, тихо, мама? Тихо. Я хотел спросить, во сколько подъем там у вас, чтобы я знала, мальчик же все-таки... Ваш будет вставать 4:30. Как? Это беспредел, я в 4 утра только с клуба прихожу. Ничего страшного. Из какого клуба ты приходишь? Там не бывает клубов. Там бывает. Наркотики нюхают. Не бывает клубов там и наркотиков. Вы мне из него мужчину сделаете, главное. Чтобы мужиком был... Вот мне важно. Вы сделаете из него мужчину? Сейчас. Не, подождите. Подождите, вы расскажите конкретно, как вы будете из него делать мужчину. Мне важен сам момент, вот когда он станет из мальчика мужчиной. Это как будет происходить, вот это для меня важно. Мама, скорее бы. Сколько у тебя? Так, ты молчи. Сколько у тебя? Одно. Ручкой так делал в детстве, нет? Вот так делал ручкой в детстве, нет? Да. Значит, размер помнишь, нет? Я же говорю, годен, годен. Я говорю, годен.
Главное, вы там смотрите за ним, чтобы он там не хулиганил, чтобы не курил. Понятно? Чтобы не... Вы курите, скажите? Вы... Что ты имела в виду? Корефан! Ну что ж такое? Так... Вадим курит! Так, вы мне так скажите. Я уже... Я готов. Вы мне так скажите. Тихо. Я поняла все. В армии вообще выпивают вообще, как скажите мне, вот так? Нет. Нет? Видишь, голова пошла. Ну, я... Перегар-то я слышу, я поэтому спрашиваю. Мне интересно, чтобы вы ему только не давайте, хорошо? Помни, а Николун всегда мягче. Помни? Вы ему не давайте только... Ну вот, раз же можно 23 февраля дать ему выпить. Вот потому да, что... Да, и 24-го еще. Потому что 23-го у меня день рождения. Правда? Да. Хорошо. Мне кажется, он не понимает, куда он попал. Вы ему скажите, куда он попал, чтобы он понимал, что это серьезно все. Скажите, куда он попал, чтобы он... Чтобы как это... Ух. Чего? Потом скажешь... Мама, он сказал про неуставные отношения. Какие неуставные? Ну, говорит, говорит... Это только в армии неуставные отношения. Вы что, его в армию забираете, что ли? Нет. Я думала, вы его в солдаты возьмете в сериал. Не надо нам в армию. Вы его, думала, в сериал возьмете, будет, чтобы мальчик снимался хорошо. Я же, ну, я же не знал. Нормально неуставные отношения предлагают. Оставайтесь здесь. Нет, погоди. Спасибо! Спасибо большое. Просто, просто... О, глыбель! Вот это красота. Друзья, представьте себе, сейчас в нашей стране все что угодно может происходить. Если министром образования у нас в стране станет человек с криминальным прошлым. Ну, может быть такое. Представьте себе, что будет в наших школах через 15 лет. Директор школы и ученик. Ростропович, ну заходи, заходи. Ну что, твой дневник? Мой. Ну, учительница литературы жалуется на тебя, вот ее замечание. Ростропович конченый. Говоришь, что ты мало читаешь из литературы. Ну, я читаю. Ну, что ты читаешь? «Выстрел бешеного» ты читал? А «Вор» ты читал? «Вор 2» ты читал? Нет. А что ты читал? Ну, я Булгакова «Собачье сердце» читал. Ну, и про что там? Ну, там Преображенский профессор делает из собаки человека. Ну, и ты этом... веришь в эту чушь? Нормальные книги не читаешь, а фигню всякую читаешь. Ну что я... Не освоил школьную программу? Ну, расскажи мне про месть слепого. Любой отрывок, наизусть. Ну, там слепой, он мстит хану за кореша. Не за кореша, а за брата. Даже этого ты не знаешь, видишь? Стыдно мне за тебя, стыдно. Тебе 14 лет, 7 класс, выпускной. А завтра тебе на работу уже, на базар брелки продавать. А ты человека подставить не научился. Почему не ходишь на уроки труда? Все валят лес, а ты нет. Андрей Сергеевич. Что, Андрей Сергеевич? Учитель пения на тебя жалуется. Говорит, что ты не знаешь ни одной песни Михаила Круга. Тебе наплевать на наше духовное наследие. Так, расскажи мне, что вы делали на физкультуре? Ну, бегали по лесу, запутывали следы. Я не виноват, что меня собаки первого нашли. Я прятался и... Что ты прятался? Ты почему татуировки не носишь? Не хочу я. Хочу, не хочу. Это форма, утвержденная Министерством образования. Учителя жалуются, что ты мало куришь в туалете. Почему списывать бесплатно даешь? Ты что, демпингуешь или что? А девушка у тебя есть? Нет. Вот видишь. А кто тебе передачи в тюрьму будет носить? Я пока еще в тюрьму не собираюсь. Вот видишь, не думаешь ты о будущем вообще. Чем ты вообще интересуешься? Стихи пишу. Стихи? Это слова такие в столбик? Да фигня это все. Ой, сейчас, где это на меня? Вот, на, книга. Вот там, где выделено, прочитай мне. Читать? Читай вслух. Слепой понял, что если он сейчас промолчит и стерпит, то жизни у него не будет. Он неторопливо развернулся и резко дал кривому в подбородок. Раздался неприятный хруст, как будто треснула черепная коробка. Кривой отлетел к стене, в камере стало тихо. Больше слепого никто не трогал. Хочется плакать. Ты понимаешь, что я вот эту книгу я прочитал еще вот когда был таким, как ты. И теперь каждый год я ее перечитываю, нахожу каждый раз что-то новое.
Слышишь, уже в рельсу зазвонили? Да, можно я поведу? Давай, иди на урок, потом придешь, продолжим. Хорошо. Давай. И, дорогие друзья, и не расходитесь, еще будет один маленький сюрприз. Антон, определись, пожалуйста. Найди эту девушку, комсомолку, спортсменку. Нам нужна девушка. Да, вот любую из зала, найди нас. Из зала, вот я думаю, кого бы выбрать. Наверное, вот я вас все-таки выберу, девушка. Вот да, я локтем зацепил. Нам, пожалуйста, ну, вы из этого же столика знаменитого. Аплодисменты девушке. За смелость. А это и будет то маленькое, но ответственное поручение. Понимаете, если уж выпускной, то как же без выпускниц, правильно? Да. Давай мне знакомство. Вот поэтому вот вы у нас выпускница. Давай. Вот бантики вам. Пожалуйста, давайте поаплодируем. Ну, человек, видите, пошел на подвиг, понимаете? Колокольчик. Помните, вот что, Антон, сделаем это. Последний Ребята, звонок, последний друзья. Звонок, последний поехали. Звонок. Давайте. А теперь падаем, внимание, падаем. Ученики нас с тобой